что смотреть надо будет. Ну да, да. Это не мальчик. Я вообще не знаю, кто там. Как можно человек. Я, например, бегал, я не знаю, сколько мне будет подходить. Интересно, зайти посмотреть, у меня там, блядь, я, наверное, где-то за десятку. Я бегал не сделал. Чтобы когда пол, когда там что-то можно посмотреть, как она вас происходит. Ха, кстати, сука, Альянс, ребят, ходить прикол. Он был выше нас. Вообще. Где? Получается, мои планы. Ну, Full Stars. Мы на третьем месте на Full Stars были, а FPK Альянс на втором, первом Мустанге. Мы обыграли это, как его, лидеров турнира, ёпт, шестером. Нормально. Ну, давайте, надо топчики на. Вообще странный клуб. Восемь выходов с позиции. Говорю, 50. Ну, это десятка была, почему? В запасе там, по идее, да? Да, да, да. По потерянным, я смотрел, мы вроде первые. Потерянным, да, если так. Но еще нет, не первым. Почему? Ну, не первым. Мустанг нам всех обыграет. И только личка вторая будет с нами, все. Мустанг сильный. Единственный кто. Казаки, Мустанг, Альянс. Ну, пока не зачесались, не знал. Ну, по идее, нам надо все выиграть и Мустангу второй раз обыграть, и все. Ну, по идее, да. Три пустится к нам в клуб, например, ФК. Пропущено, кстати, меньше всего на Full Stars. Кто просится? Какой-то фрик. Ну, фрик. Я не знаю таких. Именно просится на этом, на РУПК сайте уже. Как его принять. Сейчас на ТО открыто? Да нет, это принимать, по-моему, не было, но... А это в последний день вроде, да? Не-не-не, то сейчас откроется как раз после первого круга. Ага. А, нихуя себе, мы на 20 встаем один квест с танга. Ага. Прикол вообще. Бать мараки. Ну бля, вам Мустанг слили и еще матч до этого с того, что не ждал. И сейчас вот мы могли в ничью скатать с Альянсом, просто для каким-то чудом отскачивали. Реально, может, скрипт или все, потому что навес был, а удар с 11 метров головой, знаешь, низом, вот такой еле-еле, где закатился, пиздец, блядь. Как говорится, на полшишечки. Там, наверное, вратаря надо было не двигаться просто. На линии оставаться. А он выдвигался на середине, оказался полупозиции. И все. Он пойду корну. Тут Бильбао нахуй, он 2 нахуй, что Бильбао выйдет. Можно бить! Так, я сейчас тут турнир ползим, нахуй, да, надо спортом выйдет.
Что там зенитку?